Привет всем! Сегодня узнаем о мексиканской пирамидальной матрешке, оренбургской пуховой биокоже и оптимизме британских свиней. Подробности далее. Уникальный метод трехмерной электротомографии позволил ученым из инженерного факультета Национального автономного университета Мексики сделать важное открытие в священном городе Майя Чичен-Итса на полуострове Юкатан. Речь идет о небольшой пирамиде, находящейся внутри пирамиды Кукулькана, также известной под названием Эль-Кастильо. По мнению специалистов, сооружение было построено первыми обитателями Юкатана в период с 500 по 800 года нашей эры. Его размеры составляют 10 метров в длину и 30 метров в ширину. Находка была сделана теми же специалистами, которые годом ранее подтвердили, что под пирамидой Кукулькана существует подземное озеро глубиной примерно в 20 метров. Ученые научно-производственной лаборатории клеточных технологий Оренбургского государственного университета разработали средство омоложения с гиалуроновой кислотой на основе технологии биокожи. Разработку представили в среду на выставке «Медицина, красота и здоровье» в Оренбурге, которая продлится до 18 ноября. Уникальное средство позволит получить эффект общего омоложения организма и улучшения самочувствия. Средство разработано в Оренбургской лаборатории, а капсулы с фактором молодости поставляются американской компанией. Британские ученые пришли к выводу, что свиньи, как и люди, бывают оптимистами и пессимистами. Свиней запускали в загон, где стояли три лохани. В одной был шоколад, в другой кофейные бобы, и между ними стояло пустое корыто. Свиней, которые первым делом направлялись к пустой лохани, ученые считали оптимистами. Эти животные ожидали, что там появится что-то еще более вкусное, чем шоколад. По словам ученых, на настроение свиней оказало большое влияние условия проживания. Животные, обитающие в комфортных и светлых помещениях, чаще ждали хорошего. Тесный загон и тонкая соломенная подстилка превращали подопытных в пессимистов. По словам исследователя Лизы Коллинз, механизм принятия решения оказался в целом схож с человеческим. Это были самые странные новости науки на сегодня. Пока!